Караганде обновили шахтерскую больницу «АрселорМиттал-Темиртау». С недавнего времени она находится под управлением фирмы «Гиппократ», которая оказывает медицинские услуги населению. Подробности в следующем сюжете. Именно так в торжественной обстановке проходила презентация обновленной больницы для шахтеров. Миссия по перерезанию красной ленточки досталась заместителю директора компании «АрселорМиттал-Темиртау» Анджею Выпиху и директору медицинской фирмы «Гиппократ» Надежде Хохловой. Действительно, победила конкурс компании «Гиппократ», и хоть она и звучит одна, как компания «Гиппократ», но я могу сказать, что на протяжении всего месяца, вот этого, который мы проработали, мы себя одинокими не чувствовали. Это была и поддержка со стороны «АрселорМиттал-Темиртау», потому что часть ремонта помогли, и они нам делать, и сейчас ремонтные работы продолжаются. Увиденная в шахтерской больнице действительно впечатляет. Кроме обычных комнат, здесь появились VIP-палаты, в которых созданы все условия. Есть отдельный санузел и телевизор. Предусмотрены палаты и для ветеранов. На 60 коек за два дня мы заложили 40 больных, 40 пациентов. То есть это шахтеры и жители местные. В наше отделение, в нашу клинику может попасть любой пациент, житель Казахстана, Республики Казахстан, по порталу любой пациент. Светлана Додонова лежит в шахтерской больнице уже не в первый раз. Раньше было достойное медицинское обслуживание. Однако, говорит она, не хватало специального оборудования. Теперь ей все нравится. Мы легли в этот раз после ремонта. Хорошие кровати, хорошая постель. По поводу питания тоже могу сказать, что большой плюс. Сейчас мы питаемся все в одноразовой посуде. До этого мы приходили со своими чашечками, ложечками. А сейчас нам все приносят, уносят, забирают. В ближайших планах у больницы для шахтеров приобретение аппаратов для безоперационного лечения позвоночника, УЗИ, спирограф, томограф и многое другое. Николай Кравец, Габиден Курушпеков, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский.